В ближайшие сутки на всей территории страны прогнозируют дожди. В Бричанах и Сороках воздух прогреется до 7 градусов, в Бельцах и Аргееве – плюс 8. В Тирасполе термометры покажут 10, в Львове на градус выше, в Камрате и Кагуле – до 12. В столице днем температурный максимум составит 10 градусов, ночью – минус 6. В ближайшие два дня ожидается до 6 со знаком плюс, ночью – от 0 до минус 5. И о погоде в Европе. В Мадриде 14 градусов, в Париже плюс 11, пасмурно. Столько же время, но здесь переменная облачность. В Лондоне термометры покажут 13 градусов, пройдут дожди. В Берлине 1 ниже 0. В Вене и Будапеште плюс 3, в Праге прогнозируют плюс 1. Столько же в Белграде, но тут осадки. В Варшаве около 0. В Бухаресте температурный максимум составит 11 градусов, пройдут дожди. В Афинах и Анкаре 17, в Киеве ожидается 5, пасмурно. В Москве холодно, столбик термометра опустится до минус 4 градусов.